Более 20 химкинских предпринимателей приняли участие в круглом столе. Мероприятие организовали специалисты МКУ «Малый бизнес Химки». На встрече обсудили перспективы роста предпринимательского сообщества в округе и актуальные меры поддержки. Для подачи документов у вас не должны быть налоговые задолженности. Она, как правило, прописана с недавнего времени менее 3000 рублей должна задолженность. И для подачи документов онлайн необходима электронная цифровая подпись. Среди участников встречи руководитель общественной приемной, уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области в Химках, Лобни и Долгопрудном Андрей Центеров, а также муниципальный депутат Артур Каримов. С бизнесом я уже давно. Вот, и мы всегда разбираем тщательно и более детально любые вопросы. От сложных до простых вопросов даем разъяснение. Где-то надо выезжаем и где-то надо, если даже сопровождаем общественный прием. Такие встречи позволяют не только получить самую актуальную информацию, но и познакомиться с коллегами. Мы узнали очень много по субсидиям, которые можно получить. Для меня было открытие. Я не знал, честно говоря, что ту технику, которую мы покупали в том году, можно получить субсидию в этом. Очень классно, очень продуктивно, много общения, много новых знакомств. В Химках работает около 22 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Любой желающий может посетить офис МКУ «Малый бизнес Химки» и получить бесплатную консультацию по доступным мерам поддержки. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.